Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы на канале InstaForex TV. С вами я, Екатерина Стихина. Все началось с того, когда начал падать доллар США, что и послужило импульсом к росту спроса на другие безопасные активы. Так, золотые котировки подорожали сегодня, достигнув дневного максимума. Котировка на желтый драгоценный металл превысила уровень в 1175 долларов за тройскую унцию. Позже цена на золото скорректировалась и сейчас торгуется по 1172 доллара 76 центов. Стоит отметить, что снижение золота произошло после того, как ФРС приняла решение повысить процентную ставку. Однако надолго оно на минимумах не продержалось. Даже после того, как чиновники Федеральной резервной системы заявили о готовности три раза ужесточить монетарную политику в течение 2017 года. Сегодня доллар США позволяет своим соперникам одерживать над собой верх. Этим пользуется и швейцарский франк. Пара сегодня прикоснулась к дневному минимуму 1.0166, правда позже скорректировалась до отметки 1.0194. Аналитики предполагают, что американский доллар не сможет оказать большего давления на швейцарский франк, даже после публикации показателя от ADP по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Так как этот индикатор практически не влияет на дальнейшее движение доллара США, независимо от результата. То же произошло и с самой национальной валютой Швейцарии. Рынок сегодня встретил показатель по потребительским ценам, который совпал с прогнозами аналитиков. Так в прошлом месяце инфляция продемонстрировала меньшее сокращение на процента после падения индикатора на процента в ноябре. Результат публикации не оказался сенсационным для трейдеров, поэтому швейцарский франк одерживает победу над долларом США, так сказать, в честном бою. Трейдеры пока не торопятся определяться с выбором покупки после публикации протокола заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС. О дальнейшем развитии событий на международном валютном рынке вы узнаете из наших следующих информационных выпусков на канале InstaForex TV. Будьте в курсе новостей, вместе с нами увидимся.